Здоров, братва! С вами Миха, это Танки Онлайн. Сегодня я вновь записываю видео на своем мульте, с которого выполняю челлендж. И вы только посмотрите, что у меня тут есть. Опа! Премиум аккаунт до 27 января. На целых 3 дня премиум аккаунт, ребята. А сегодня у нас 24 число, видос я снимаю 24, но сразу говорю, что выйдет оно, скорее всего, где-то уже даже после челленджа, потому что вот эти вот 2 дня, 24-25, мне нужно будет активно, скажем так, позадротить в танки, потому что целых 400 звезд надо набить мне за вот эти вот 2 дня. Конечно, с премом это будет легче, но тем не менее. Итак, вкратце расскажу, откуда у меня прем. Кстати, кто на группу подписан, тот, в общем-то, уже знает. Зашел я просто средь белого дня в битву, ничего не предвещало беды, да и хорошего ничего не предвещало. И просто как-то так получилось, что у нас сирена прозвучала, я поехал, думал, обычный голд, хлобысь контейнер, и я просто на изикатке всех спалил, отжал этот контейнер. Ну и я, если честно, не надеялся, что мне выпадет прем, просто ради прикола в группу пост выложил, ребят, вот только что прям буквально отжал контейнер. И в PS написал, прикиньте, говорю, сейчас, если премиум аккаунт выпадет. Ну и все, пост отправил. Захожу снова в танки, открываю контейнер. И просто выпадает 3 дня. Прикиньте, 3 дня. Я следом же, прям, наверное, минута даже не прошло, как я выкладываю в группу еще один пост. И просто ребята все офигели. Да ты, говорит, просто ванганул, Мишань. Вот реально просто сванговал. Из контейнера, который даже не за заданки, а просто я в битве отжал 3 дня прем. Это, ребята, просто супер. Короче, сегодня, что у нас вообще по челленджу? Как я и сказал, мне 400 звезд, ну чуть больше 400 звезд осталось добить. И сегодня я, наверное, 44 уровень добью, потому что, ну, буквально 2 звезды осталось. Получу, кстати, 3 золотых ящика. Это все, наверное, пойдет на нарку, потому что с наркой у меня, ребята, просто тут беда. И, кстати, следующий будет уровень контейнер. А тут еще такая тема, я тут увидел и в группе, и мне ребят много в личку ВКонтакте писало, что 25 числа, то есть завтра, всем дадут по одному дню премиум аккаунт. Меня, конечно, это на самом деле обрадовало. Я, наверное, скорее всего, именно поэтому и зашел в танки. Думаю, ну хотя бы сейчас я немножко набью. И тут вот бац, ребята, вот такая фигня произошла. Просто 3 дня према. А получается, у меня теперь в запасе целых 2 дня, вот 24 и 25, 2 дня с премом. Но я думаю, набить это можно на изикатке. Короче, погнали в битву. Я сейчас, наверное, прям даже не буду выбирать никакой режим, в быстрый бой. И прям просто сейчас уровень добить главное, и все. А на самом деле я вообще безумно просто рад. Это просто какой-то капец. Так, в начало битвы, да-да-да, в начало битвы меня кинуло. А то бывает, я уже много раз об этом говорил, кидает тебя, грубо говоря, посередине битвы, первое место уже там хрен ты заберешь. Ну, а, соответственно, ой, блин, ёлы-палы. А, соответственно, нет первого места, нету 6 звезд. А мне сейчас капец как нужны звезды. Кстати, ребята, пишите вообще, кто-то из вас уже добил этот челлендж. Потому что, насколько я знаю, 2000... Блин, что тут как-то опасно. Погнали вот с этого боку. Потому что, насколько я знаю, далеко не у всех набито... Да ёлы-палы, это вонючая рельса. Далеко не у всех набито 6 звезд. У кого-то там по 1500, вот как у меня, у кого-то там 1800, а кто-то тоже мне в личку пишет. У меня, кстати, недавно вышел видос, где, ну, у меня по большому счету уже просто опускались руки, према не выпало, я, блин, капец как расстроился и думал, что все, я, наверное, вот эту красочку звездопад набью и на этом хорош. А тут вот, пожалуйста, радостная новость, 2 дня премиум аккаунта и просто у меня, это меня, ай, блин, как вот в рекламе этой Red Bull окрыляет, вот меня это точно так же окрылило. Так, тихо-тихо-тихо, там сейчас будут меня прессовать. Ребята, да ёкарный бабай, так и знал, что рельс меня еще ваншотнет. Так, окей, мне надо тут 6 звезд, вот прям кровь из носа, потому что мне теперь в каждой битве, я думаю, надо зарабатывать 6 звезд. Так, погнали, погнали, блин, гром шальной какой-то лупит. Тачдаун это мы, да? Да, окей, мы. Если моя команда победит, мне достаточно будет и второго места. Но тут вся проблема в том, что я особо не люблю мячики доставлять. Я люблю просто ко всем подъезжать и всех жарить, на чем свет стоит. Иди сюда, куда поехал-то? Ну, думаю, этот Вася догорит. И этот тоже догорит. Или он там аптеку сожрал, сволочь. Потому что я что-то не видел, что у меня было минус... Так, так, тихо, тихо, спокойно. Спокойно, больно не будет, чувак. Вот видишь, и все хорошо. Блин, хотел свою аптеку...
свою аптеку не тратить, хотел эту подобрать. А тихо, теперь придется свою, наверное, жрать. Куда это мы собрались, Вася? Это ты, что ли, там аптеки жрешь по КД? А, так, 2-0 же счет, это круто. Я предлагаю пока вот тут отстояться, потому что что-то там меня все прессуют по-жесткому. Здоров, чувак, еще минус один. А на самом деле, ребята, по-моему, делать киллы, несмотря на режим, то есть в захват флага или тоже регби, выгоднее, чем таскать вот эти сами мячики. Потому что пока ты доставишь этот мячик или флаг, можно сделать кучу киллов, и ты за каждый килл ты получаешь по 15 опыта. И первое место занимается, ну, просто вообще без проблем. Ну, я по себе знаю, мне, в общем-то, есть, как говорится, с чем сравнивать. Так. Блин, зачем я сейчас занарил? О, бронька лежит. Так, окей. Опа. Ну, ладно, тогда чё, погнали. И чё? И встал, смотри, какой козёл. Я просто урод, бля. И не давал. Но он специально это... встал передо мной, чтобы я ни хрена ничего не доставил. Ах, вот этот рельсовод поганый. Еще минку, ну смотри, ты такие минки, чувак, своим одноклассникам будешь подкладывать. И я вот реально на них не ведусь. Так, там еще. Да, собака жрет аптеки прям вообще. Только в путь, как говорится. Так, от рикошета я грамотно ушел. Ну, просто вот вниз сюда, хоп, и все. Так, я вот во что-то врезался тут. Чувак, привет. Ай, блин, я опять врезался. Да ё-моё, смотрите, он и броньку нарит, и аптеки нарит. Ну, 3-0, я думаю, первое место... Ну, не первое, хотя бы второе место, окей, у меня по-любому будет. Плюс один мяч я вроде бы это... доставил. То есть, как это тут? Это тут не мяч, тут тачдаун я один сделал, стопудово. Так, чё-то парни пишут. ГГ. Опа. Ты чё бьёшь нашего шафта, сволочь, а? Смотрите, он сейчас сквознячка будет делать. Давай, огнемет. Ну, шаф, добей хотя бы ты его, красавчик. Он, конечно, наверное, бы и так догорел, блин. Так. Смотрю, вражеский шафт. Опа. Чувак, а ты думал, ты один, что ли, только можешь нарить? О, тихо, спокойно. Не, ну, двоих мне, конечно, тут не одолеть. Один я услышал, аптеку занарил, и второй, наверное... Ну, второй не догорит нифига, конечно. Ну, блин, пацаны, а чё, вы все с овером катаетесь, а толку нет от вас. Может это, чувак, нажмешь, нет? Ладно, все с вами понятно. Так, кого-то я тут вижу, опа. А за убийство этого дают также двойной опыт, дай, чувак, мне, ну ёкаламане. Это, кстати, вот этот вот Вася тогда меня пытался заблокировать, когда я мячик поймал. О, красава, чувак. Ты просто молодец. Так, что у нас тут? Сейчас я мячик заберу и, наверное, пойду доставлю. Так, все, ребята, мне с вами тут особо некогда развлекаться. Да и с тобой тоже. Блин, смотри, какой он это. Так. Еще один я сделал тачдаун. Так, хорош. Брат, мне нужна аптека. Опа. Ай, аптека. Фу, успел взять. Супер. Так, овер, блин, надо было овер. Хотя вот этому не хочу раздавать, потому что у меня блокировал тогда собака. А, так, я вижу, где мячик. Погнали за мячиком, пацаны. Так. Вообще он нафиг, я смотрю, никому не нужен. Опа. Видал, как бывает, чувак, в жизни? Блин, и меня... Ну, хотя бы 2 килла я сделал. А, так. Там что-то опять ругается в чате, я надеюсь, не на меня. Так, вон тот вот смоковод меня капец как напрягает. Не то, что он меня прям сильно бьет, но просто я не люблю таких товарищей. Так, что у нас тут все ровно? Окей. Здорово, брат, здорово. Оп. Хорош, минус один сделал. Так, аптека, давай, спасай. Так. Давай, аптечка, давай, хорошая. Да, блин, мина, ёкаламане. Сейчас бы я реально мячик бы доставил. Там на базе-то практически не было никого. Ну я как рак. Откуда там эта мина? Мы же вроде вынесли вообще там всех, кто был. Ну там откуда взялась мина? Вообще капец. Так, что там по мячку? Мне кажется, грамотно вот тут вот поехать. Эй, стопэ, чувак! Куда собрался? Ёкаламане. Опа. Так, окружаем. Блин, он опять уезжает. Сваливает, скотина. Так, давай, гасить его, ребята. Все, красавцы. Так, я пойду, если что, там встречать. О, видите? Так, этот, я думаю, догорит. Надо броньку у них отжимать. Так, а где опять мячик-то? Ё-моё. Ну давай, доставляй.
Ну, доставляет уже, все, красава. 6-0. Супер, так, аптеку. Аптеку же, да блин, не успел доехать. Хотел же сказать, в который раз с их базы отжимаю аптеку, но не тут-то было. Так, ну что, 40 секунд остается. Я думаю, тут уже, ребят, все решено на самом деле. Кстати, пока не забыл, опять про розыгрыш промокода. Опа. Чувак, извини. Ты хотел, наверное, флажок взять. Опа. Хорош. Итак, для розыгрыша промокода в этом видео в комментариях вместе со своим ником напишите кодовое словосочетание «тачдаун». Тачдаун. Короче, ребята, 44 уровень челленджа, первое место. Ну, конечно, да, их меньше, но вы гляньте, какой отрыв. Ну, за 44 уровень что у нас там? Вроде 3 голда. Да-да-да, отлично, 3 голда. Что касается контейнера за 45 уровень, я на самом деле думаю, что уже нет смысла снимать видос, потому что изначально у меня была надежда на этот контейнер. Ну, потому что у меня премиум аккаунта не было. А теперь у меня есть прем аж на целых 3 дня, и мне как бы вот этот контейнер, ну, особо уже без надобности. Ну, единственное, если только из него лям не выпадет, или какая-нибудь анимаха, например, матрица. А так он мне особо уже и не интересен. В общем, ребят, вот такой видос получился. Руки, как говорится, я не опускаю. И надеюсь, что с вашей помощью я эти 2000 звезд набью. Тем более осталось уже 398 штук. Короче, пишите, сколько звезд у вас в комментах. На этом, думаю, стоит заканчивать. С вами был Миха. Огромное, ребят, спасибо, что смотрите. До новых встреч. Не болейте.